Музыка памяти. Сегодня в Муроме проходил открытый городской конкурс пианистов имени Николая Лаврентьева. Юным дарованием фортепианного искусства распахнула двери Муромской музыкальной школы номер 3. Конкуренцию нашим исполнителям составили конкурсанты из разных областей. Подробности в сюжете. В мире музыки и среди талантов. Так проходит 24-й музыкальный конкурс имени Николая Григорьевича Лаврентьева. В нем принимает участие более 35 человек. Три области. Это Нижегородская, Владимирская и Рязанская. Большое представительство наших местных муромских музыкальных школ. Первый, второй, третий. А также Меленки, Владимир, Собинка, Ставрово. День полный волнений и поводов для гордости. Об этом говорят как сами юные конкурсанты, так и их наставники. Мне нужны выступления таких конкурсов для того, чтобы показать себя, становиться лучше. Для родителей и педагогов это испытание на прочность, ну, не знаю, 1000-процентное, очень, очень тяжело. Виртуозные касания пальцев клавишей. В то время как одни музыканты уже отыграли, другие только еще ждут выступления на сцене. Используют каждую свободную минуту для репетиции. Я уже второй раз сюда приезжаю. Хочу занять первое или второе место. Вот. Я волнение сдерживаю и стараюсь не волноваться. В дальнейшем я... Вот есть конкурс «Щелкунчик». Там можно... выступить, имея первой премии. Конкурс проходит в нашем городе уже более 20 лет. Долгие годы в качестве председателя жюри в нем принимает участие Эдгар Мартьянов. По словам профессионала с огромным музыкальным стажем, вместе с уровнем самого конкурса растет и уровнем подготовки его участников. Для детей это такая огромная школа. Вот сегодня девочка играла, которая когда-то участвовала в этом конкурсе, дети, она местная. А сегодня она уже кончает наш музыкальный колледж, ну и мы надеемся, она будет продолжать дальше тоже профессиональное музыкальное образование. Поэтому мы надеемся, что энтузиазм здесь не пропадет, и на великой Муромской земле будут рождаться еще действительно настоящие таланты. Несмотря на юный возраст конкурсантов, ребятам от 6 до 14 лет, все они получили определенный опыт. И, возможно, совсем скоро на музыкальном небосклоне зажгутся новые звездочки. Екатерина Задовская, Николай Молодянов, Новости Муром.